Всем привет! С вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить Vampire Survivors. А точнее, я продолжаю исправлять свои же косяки в прохождении. Опять же, хочется показать весь свой процесс, как я прохожу эту игру, открываю персонажей. Вот, в прошлой серии я перезаписал серию, как я открывал призрака Тости. Вот он, кстати. Я просто еще забыл, что я сначала открыл призрака Экстаж, а потом только открыл Тости. Вот. А в этот раз я запишу, как я открыл на персонажа Зи Асунта Бальпоэзия, который получает 0.5 к силе, скорости, продолжительности и области с каждым уровнем. Так, подождите, я, кажется, не так прочитал. К силе, скорость, продолжительности и... А, все правильно. Бывает, туплю. Короче, дело в том, что я сам накосячил именно вот с этим персонажем. Короче, на компьютере у меня покосячился сам файл и даже проигрыватель VLS, который видосы проигрывает на компе. Даже он не проигрывал этот файл, вот. И, соответственно, покосяченный файл, он даже не может загрузиться на YouTube. Конечно, он может загрузиться, но обрабатываться не сможет, потому что даже YouTube говорит: «Сорян, братан, у тебя тут это самое, какой-то косяк в файле, я не могу его обработать». Вот. И, честно сказать, вот именно ради этого персонажа я начал это самое исправлять этот косяк. Я скачал еще одну версию игры Vampire Survivors, вот, и, скажем так, в процессе вот этого всего дела у меня образовался еще один косяк, который я в прошлой серии уже исправил. То есть открыл. Короче, в этой серии я еще раз открою вот этого персонажа. И вы увидите, как я все-таки это сделал. А то я вроде как в одной серии на словах все это рассказал. Или пока еще не рассказал. Короче, смотрим, как я вот это вот Асунту открыл. Погнали. Итак, я опять возвращаюсь к выбору персонажа в этой вот прошлой версии. Прошлой версии, ну, в другой версии точнее. Выбираю Леду, так как он тут пока что самый сильный. И... Где? Вот, Капелла Магна. Берем, начинаем. И тут уже что-то щелкнуло у меня. Так, чуть-чуть. А, вот это вот помню. Да. Вот этого босса помню. Сейчас я его, давайте, победю. Отлично. Победили. Давайте вот это вот выберу. Опять же, не буду сейчас париться над билдом. Вот, потому что планирую максимально быстренько это сделать, чтобы не париться. Так, смотрим карту. Вот, нам сейчас вниз надо. Вот, короче, сейчас вы все увидите, все то, что я рассказывал, возможно, на словах. Я вот, правда, не помню. У меня сейчас в запасе есть еще одна серия,
Возможно, кстати, в ней... рассказывал, как я проходил, а возможно, в одной из предыдущих серий я рассказывал, как я проходил этот гроб. Короче, тут знаете, что надо сделать? Я даже не знаю, смогу ли я победить охранников. Охранников гробницы этой. Так, здесь, по-моему, надо, насколько я помню, взять этот самый пентаграмму, вот, чтобы она фигачила. Так, пока что пентаграммы я не вижу. Тут на самом деле пойдет даже первая пентаграмма, потому что, ну, потому что мне сейчас даже не важно прокачиваться, да? Вот, возможно, я эту пентаграмму уже пропустил в умениях, да? Потому что я не обратил внимания, что там было. Вот, а вспомнил про эту пентаграмму только сейчас. Только после того, как я начал... ну, начал прокачиваться. И это на самом деле очень удачно я остановился, потому что одна последняя ячейка для оружия осталась. Так, и чё, и где? Так, давайте я тогда попробую переиграть. Вот, чтобы у нас было больше шансов эту самую пентаграмму взять. Так, скипываем. Так, ну окей, давайте рунтрейсер возьмем. Все, чисто вот запинали вот этого босса. Так. Это вот беру. Мое любимое притягалово опыта. Не знаю, на самом деле, как я и говорил раньше, что возможно быстро попробую. А сейчас подумал, что а возможно и нет. Возможно, не быстро будет. Тут опять же все зависит от рандома, как мне выпадет пентаграмма или не выпадет, и как долго она будет выпадать, вот в чем дело. Тоже такая, знаете, очень кумарная штука, когда ты хочешь
чтобы тебе побыстрее выпало то, что тебе надо, а оно у тебя не выпадает. Вот. Честно сказать, я уже не помню, как я записывал вот эту вот первую серию. Точнее, первый раз, когда я в капелле Магния тут проходил. И как я первый раз открывал этот гроб с персонажем. И честно уже на память не надеюсь. Я вот реально не могу вспомнить, как там у меня пентаграмма выпадала. Но я помню, что она точно у меня выпадала. Не то, что сейчас. Вот, у меня еще 4 клетки для оружия есть. То есть есть у меня шанс подобрать эту пентаграммку. Пента. Она пентаграмма, она же пента. Все еще не выпадает. Так, тут уже вот эти желтые мужики пошли. Так, это берем, чтобы у нас поскорее все прокачалось. А, да ладно. Ну-ка, может быть, мы что-нибудь забаним. Хотя, с другой стороны, можно попробовать и без этого, да? А, просто, знаете, что я думаю? Может быть, я же сейчас играю в другой версии. А в другой версии у меня, может быть, этой пентаграммы и не быть. Вот это вот я только сейчас об этом подумал. Вот, пентаграмма. Тут нужна для меня чисто, чтобы... Чисто, чтобы я смог дойти до этого гроба. Там будет, собственно, смерть, которая что делает? Которая пузырит все вокруг себя. Вот, и эти пузыри. Вот, пентаграмма, все-таки она есть. Все-таки она у меня есть. Все, окей. С этой пентаграммой сейчас будет все довольно-таки просто. Все, теперь люто-бешено бежим к знаку вопроса, к которому мы уже приближаемся. Да, опять же, вот об этом я и говорил, смотрите. Пузыри пускает. И сейчас ждем, когда у нас пентаграмма. Вот. И даже вот так вот у нас. Все, отлично. И тут, короче, фишка в том, что когда я вот первый раз проходил и убивал вот эту смерть, у меня вот эта вот синяя часть экрана, которая с пузырями была, она у меня оставалась. Но на ней не было пузырей. Вот, и было довольно интересно в такой ситуации находиться.
когда у тебя тут все синюшное было, у меня точнее. Увы, увы, я не знаю, если у кого-то такое было, вы можете тоже с этим поделиться. Вот. Очень жалко, что вот такую штуку я и не заснял. Так, где там? Почти дошли. Вот, а мог бы заснять такой вот баг, и наверняка он был бы интересным. Но вы все равно напишите, мало ли я такой не один был. Увы, увы, пока что это только на словах. Честно, я не знаю, смогу ли я повторить этот баг еще раз при повторном прохождении. Ну, мало ли, когда-нибудь захочу опять капеллу Магну пройти. Так, где? О, почти дошли. Почти дошли. Я помню, что тут где-то должен быть небольшой. Как же я тогда это называл? Балкончик. Небольшой балкон, где как раз таки у нас должен лежать гроб. И я лучше вернусь и возьму сундук. Играю, кстати, я без прокачанного этого самого проклятия, потому что, ну, во-первых, я бы мог его прокачать, но это лишний раз усложняло бы игру, и я бы мучился, я бы здесь долго мучился, а мне мучиться не надо, мне нужно побыстрее пройти вот это вот. Так, почти дошли. Так, и где? Еще ниже надо пройти. Так, по-моему, я... не перешел. Теперь, видимо, сюда надо. Так, огонь вообще... пофигу на огонь. Так, я помню, что тут реально, когда первый раз искал, тут тоже вот так вот ходил, бродил, не мог понять, куда заходить надо. Вот. И вот от этих ребят я как раз и взял пентаграмму, потому что так бы я их очень долго бы побеждал. Сейчас просто ждем, когда сработает пентаграмма. Еще раз. А может быть, сейчас и сработает. Нет, не сработает. Кстати, нифига себе, улучшение даже себе сделал. Все. Вот оно. Thank you, Leda, but the... Ну, короче, вампир в другом гробу. Окей. Вот она. The Assunta Balpaesia joins the survivors. Присоединяется к выжившим. Собственно, вот таким вот образом я и открыл вот этого персонажа. Вот, также здесь
проходить дальше я не вижу смысла. Да давай вот так вот. Так, и все, options. Выходим. Все, слава богу, что и сейчас я все-таки прошел вот эти вот два момента. Слава богу, я так долго, на самом деле, проходил все вот эти вот карты. И не знаю, у меня из-за этих вот двух косяков в прохождении, ну, потратил много времени, чтобы заново все пройти. Вот, и наконец-то я все это сделал. Короче, вот такие вот дела. Все теперь зафиксировано, все исправлено. Теперь я со спокойной душой могу сказать, что я зафиксировал вообще все, что я на данный момент прошел и открыл. Вот, следующая серия, она у меня уже записана, она у меня уже зарендерена. Я, честно, не помню, что я там уже делал, но я лишний раз пересмотрю ее и вспомню, что там было, короче. Вот. А на этом все. С вами был Однорукий Борис. С вами была игра Vampire Survivors. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.